Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. Ну вот, сегодня у меня пойдет речь, скажем так, о катушке Shimano Twin Power 1000 FB. Про эту катушку я уже, как бы сказать, она у меня уже встречалась в обзорах, только в размере 2500. Ну и вот, скажем так, почему еще раз вот я решил снять это видео и сделать обзор. Получается, такая у меня вот в жизни получилась интересная ситуация. Той катушкой я отпользовался, скажем так, 8-й год пошел, как я и рыбачу в тяжелых условиях рек Дальнего Востока. Ну и прошло, как бы, скажем так, грубо говоря, 8 лет, да, можно так округлить. И вот сегодняшнее время я иду по магазинам города Хабаровска и вижу ту же самую катушку, которую я покупал столько лет назад, в размере 1500. То есть меня аж как-то так... Я сначала не поверил своим глазам, скажем так, дежавю спустя 8 лет. То есть было очень удивительно, почему до сих пор, скажем так, эта катушка могла через столько лет встретиться еще раз на прилавках нашего магазина, скажем так, в городе Хабаровске. Я пришел, спросил продавцов, сказал, почему. Они, ну, никто мне внятно не мог сказать, где эта модель 8 лет назад путешествовала, то ли она в этом магазине лежала. Скорее всего, где-то они ее по России заказали, она плутала, лежала. Никто ее не купил. Они ее взяли там, видно, по дешевке, скупили. Как мне так предположительная цена, они ее купили ориентировочно, наверное, долларов за 60, эту катушку. И здесь они ее продали за 110 долларов. То есть купил эту я катушку по сегодняшним ценам, в сегодняшних рыночных условиях, за 110 долларов. Цена, конечно, для такой катушки просто смешная. По моим, скажем так, информации, эти в магазине заказали ее вообще за 60 долларов, они ее купили, ну, в закупочной цене где-то по России, где не знаю точно, и продали ее за 110, вот. То есть катушка, видно, по скажем так, по коробочке где-то там таскалась, ценники или что-то тут на нее менялось, я понять не могу, или номера какие-то, она уже такая вся. Коробочка за 8 лет путешествий. Ну и так как у меня уже такая катушка была в размере 2500, отрыбачила очень достойно. И цена этой катушки 110 долларов по сегодняшним деньгам. От этого я сразу же, прямо без раздумья, без большого, сразу же ее купил. Вот. Вот такое дежавю получилось. Ну и что можно сказать о характеристиках этой катушки. Это ее передаточное число 5 к 1, ну 5,0 к 1, 5 целых получается. Вес этой катушки 210 грамм. Количество у нас подшипников получается 7 у нее. И получается один у нас роликовый. 7 шариковых, один роликовый, скажем так. Ну и, грубо говоря, по лесоемкости, скажем так, стандартный вариант резка или шнур диаметром 0,2 у нас входит 130 метров. Несмотря на свои размеры 1500 ФБ, она леску или шнур 0,2 вмещает 130 метров. В принципе, хорошая емкость шпули, скажем так. Вот можно... Все характеристики можно вот и еще раз здесь посмотреть, если камера сфокусирует. Модельный ряд катушка это 2007 года. То есть вот столько лет она где-то проболталась. И попала мне в руки такая же катушечка второй раз, только размерами поменьше. Об этой катушке у меня только теплое воспоминание по эксплуатации. Ну, давайте посмотрим, что они там оставили за такие долгие годы. Ну вот, видим, запасная шпуля
есть в комплекте у нее. Вот, осталась даже родная смазка шимановская, видите, с ней в комплекте, если можно так выразиться. Вот, правда, тюбик, скажем так, не полный, от него видно чуть-чуть, либо это там убежало, либо это кто-то чуть-чуть там взял попользоваться. Но в любом случае больше половины тюбика смазки там присутствует родной. Вот сама катушка, видно, что она в полном этом новом, скажем так, андураже. Вот есть такие защитные резиночки, еще даже наклейки со шпули вот не содраны, которые делают рекламу ARB подшипников. Вот CF, вот наклеечки все имеется, видно, что катушка новая, спрессованный временем неопреновый чехол в катушке. Вот тоже есть. Вот регулировочные шайбы в комплекте. Ну а также вся возможная документация тех прошлых лет. Вот. Все как новое сохранилось. Схема, все дела. Вот, чтобы вы не думали, что я кого-то обманываю. Вот, пожалуйста, если видно на чеке, вот ее цена и дату, и число тут, наверное, тоже, может, увидите, да, за что я ее купил. Вот. Вот, за такую смешную цену в сегодняшних отношениях рыночных я вот забрал эту катушку. Как мы видим, что комплект весь у нас присутствует. Ничего, в принципе, за это время не исчезло. Ну вот, хочу сделать характерную особенность, скажем так, этих, скажем так, катушек. Это есть такой момент, что мне чем нравятся эти катушные ФБшки. ФБшки, модель, это сделано для Европы, скажем так. Собирает у нас их не Япония, а собирает у нас Малайзия. Вот. Видно, что катушка малазийская. Ну, ее предшественница размерами 2500 ФБ отработала эти, скажем так, 8 лет безо всяких замечаний и нареканий. И по качеству никаких претензий предъявить нельзя было. Вот. Вот ихняя особенность, это с ними идет запасная шпуля. Запасная шпуля у них идет с ними полноценная. Вот, запасная шпуля. Тоже на ней еще не содрана наклейка. Все есть. И шпуля это такая же, как номер один. Такие же надписи. Такой же опрессованный бортик. Сделанный из высокопрочного материала. Там, из оксида циркония, по-моему. Или еще что-то из этого рода. Но это не нитрит титана. Гораздо прочнее. Так же, как и на шпуле номер один. То есть две полноценные одинаковые шпули в комплекте. Я вижу, что вот это вот большой плюс. В принципе, большинство катушек, именно, скажем так, Шимана, которые делают в Японии, они с ними, как правило, вторую шпулю уже не делают. Вторая шпуля, это у нас часто встречается катушек фирмы Шимана, сделанных на европейский рынок, скажем так. Вот, вторая шпуля полностью стопроцентная. Вот, ну и давайте посмотрим саму катушечку. Закручиваем, снимаем с нее защиту всевозможную. Ну и начинаем ее изучать. Смотрим. Кноп у нас не пластмассовый. Сделан из какой-то такой плотной, хорошей резины. Если руки смочить.
Даже так не очень скользит. Чуть-чуть липнет. Типа липучки, как это раньше в то время было модно делать. Смотрим, люфтов кноп у нас продольных. Продольного люфта нет вообще. Ноль. Поперечный тоже нет. Удивительно. Ни продольного, ни поперечного люфта просто нет в этом кнобе. Я просто балдею. То есть все люфты в кнобе выведены у Шимана в ноль. Так, смотрим. Люфт в рукоятке. Люфт тоже не имеется. Вот, а силой тут уже руки шатаются. Вот. Но реально по факту люфта нету. Так, регулировка главной пары. Вот. Тут на камеру, может, это не видно, но в руках чуть-чуть такой микро-микро зазор есть. Вот, наверное, чуть-чуть видно. Вот он, вот он. Вот он ходит. Вот. Вот. Идет. Если движение рук видно, то вот чуть-чуть видно. Вот. Люфт в главной паре. Так. Люфт ротора. Минимальный, продольный, поперечный. Чуть-чуть есть это. У большинства катушек у всех такое есть. Продольный практически нет. То есть видим, что катушка у нас отрегулирована, весьма очень точно сделана. Ну, я вот сколько смотрю современных катушек Шимана и старые, мне вот старые катушки старых лет нравятся больше, потому что как-то они уделяли время, видно, на эти регулировки более, так, более точно, скажем так. Да, тут говорить за ходовые характеристики, я думаю, даже и не стоит. Это просто плавность хода, крутящий момент. Это просто какая-то сказка. Видим, даже на новой катушке, на неразработанной, эта ручка уже практически сама уже крутится под своим весом. Да, ход очень долгий, очень плавный. Все работает. Да. Да и много рассказывать в этом плане про данную катушку не надо. У меня такая катушечка была. Только теплое воспоминание. Говорить уже где какие подшипники я вам уже не буду рассказывать. Конструктивно где что стоит, потому что можете посмотреть мой обзор Twin Power 2500 ФБ. Там я все рассказывал. Здесь точно такая же конструкция, за исключением подтормаживателя ротора. Здесь подтормаживатель ротора стоит резиновый, а не пластмассовый. Как он же, как же, как манжета защищает попадание влаги, да? И он же является подтормаживанием ротора. Вот. Видите, я вот стопор раз одел, а ручка крутится туго вот при самосбросе. Вот это вот как раз под ротором стоит такой манжета, которая его еще притормаживает, чтобы не было автоматического самосброса. Вот, вот это есть подтормаживатель ротора. Вот. Ну и вот моя старая катушка. Только размера 2500 ФБ Твин. Отработал он много-много лет. Очень достойно. Вот ее младшая сестрица, скажем так. Вот. Старый твин отработал, никаких проблем нет. И, соответственно, когда я увидел эту катушку за такие деньги, и у меня была вот такая уже опыт работы с такой катушкой, я, конечно, купил ее просто сразу же, не задумываясь. Вот. Скажем так. Приятный такой жизненный бонус спустя 8 лет.
Я очень доволен. Размер ее вот можете посудить сами, они очень маленькие. Она на ладошке даже умещается поперек. Рука у меня небольшая. Я вам скажу сразу же, не подумайте, что я там какой-то там кабан или бык, и что у меня там на одну ладошку помещается там и катушки 4000 размера. Нет, у меня рука небольшая. Вот она лежит поперек ладошки. Вот можно посмотреть реально ее размеры. Очень маленькая, очень легкая катушка. Ну вот, в принципе, всем спасибо за внимание. До свидания, уважаемые. До новых встреч.